Здравствуйте, я Джанибек Фархад. Я Сариф Раван. Недавно мы увидели статью в Sports.gz и были шокированы. И хотим опровергнуть то, что написано в статье. Во-первых, этот год очень сильный для нас, для нашей команды. Потому что к нам прибыли новые 8 игроков. Они усилили нашу команду. В команде появилось соперничество за место в команде. И мы чувствуем, что команда прогрессирует. И поэтому нас заявили в более сильные чемпионаты. Мы участвуем сразу в 2 чемпионатах. Кубка Паулишта. И мы уверены, что наша команда на данном этапе очень сильно прогрессирует. То, что было написано в статье про 8 новых игроков, то, что они дети чиновников, бизнесменов, богачей, это все неправда. Они такие же игроки, как и мы. У кого-то обычные, простые семьи. И я не вижу ни одного здесь богатого человека. Родственников здесь тем более нет, потому что мы сами здесь находимся, все видим, все знаем. А то, что пишут там и думают про нас люди, это не очень, да, не очень было правильно. Может, они хотели нас оклеветать, но испортили, но такого ничего не будет. По поводу тренеров, мы скажем от имени команды, что тренеров у нас очень хорошие. Переводчик тоже очень хороший, нам помогает. Тренера очень в этом году усилились намного, чем по сравнению с прошлым году. В этом году у нас двухразовые тренировки. Получается, в неделю 10 тренировок, плюс в субботу игра. Хорошие топеровские мячи, кожаные, оригинал. Раздевалки, питание очень хорошее, проживание. Живем в новой академии. Много что изменилось в этом году по сравнению с прошлым годом. Прошлый год был для нас познаваемый. Мы только приехали сюда, начали все познавать. А в этом году уже все более изменилось, все более профессионально. И наша команда чувствует, что к нам относятся очень хорошо. И то, что здесь наше будущее казахстанского футбола будет расти и процветать. У нас физический тренер, он приехал из Санса, он тренировал лучших игроков в Бразилии, и потому что мы очень прибавляем на тренировках. С утра у нас физика, а после обеда с мячом. У нас развитие очень быстро идет. Про нашего тренера и переводчика можно сказать только хорошее. Они нам помогают, стараются делать все для нас хорошее, пробивают нам разные товарищеские игры, поездки, чтобы мы играли, чтобы мы стажировались. Очень хорошо отзываются о них наши игроки, команды. Мы очень благодарны им, и то, что говорят, что приехал племянник переводчика, это неправда. И здесь нет ничего такого. У нас все нормально, команда слаженная. Набираем больше оборотов, сил, тренируемся вместе, наигрываемся и уже более профессионально готовимся к серьезным матчам в будущем. Здесь нас готовят как профессионалов, настоящих профессионалов. Мы здесь очень много тренируемся. У нас тренировки очень хорошие. Вот приедем в Казахстан, докажем, что мы не зря сюда приехали.